Щелчком смахнула пепел с папиросы, заметила, тебя, наверное, ждут. И разом улетели все вопросы, как дым в невозмутимый абсолют. Прихваченные раскаленной стужей, они теперь летят за облака. Вопросы, что испепелили душу, но так и не слетели с языка. Болтаете о чем-то несерьезном, ведь надо же о чем-то говорить. И ты вдруг понимаешь, слишком поздно пытаться что-то в жизни изменить. Да, ты любил, но был ли ты любимым? Ты вовремя его не произнес. Сегодня улетевший вместе с дымом всего один единственный вопрос. Что ж, ты не сотворил себе кумира, ты победил. Гляди издалека, как абсолютно безучастны к миру, дымятся над землей.